Песня группы «Аквариум», замечательная песня замечательной группы. Жизнь удивительная штука, и многое в ней происходит на самом деле как в каком-то лабиринте или как на какой-то карусели, потому что мы снова оказались здесь, и снова про какое-то событие, можно сказать, впервые. Дело в том, что мы впервые выступали на этой сцене 10 лет назад на фестивале, который назывался «Панки в городе», и это было наше первое выступление в Москве вообще. Прошло много времени, и мы здесь же, на этой сцене, впервые играем свой сольный концерт на открытом воздухе. И нам очень приятно, что это происходит здесь, потому что «Зеленый театр» — это такая одна из очень значимых для нас площадок, их не так много в стране,
к которым можно представить громкое слово «культовое». ДК Горбунова, имели счастье играть там в «Зеленый театр». Очень приятно, что мы здесь сегодня. Осталось побывать в Питере в ДК Ленсовета, и я думаю, что список можно будет закрыть. Спасибо вам за то, что пришли и поддержали нас в этот день. Спасибо!